Я Ирена Кульбени. Мне 58 лет. Я приехала из Литвы, города Паневежис. Я лечила зубы дома в Литве, в городе Паневежис, но разочаровалась лечением и услышала, что можно лечить зубы в Белоруссии. И так я начала искать в интернете, нашла, и мне подсказали знакомые, которые лечились и которые были рады лечением. И я начала переписываться с клиникой. Мы переписывались с Анастасией Рощиной. Она с докторами общалась, передавала съемки, панорамную 3D-съемку. И там поставили программу лечения и начала ездить. Хорошие впечатления о докторах. Все внимательны. Специалисты хорошие. На рецепше девушки милые, приветливые. Город Минск красивый, чистый, зеленый. Люди приветливые. Клинике я желаю успеха, а пациентам не бояться приехать в клинику и попасть именно сюда.